В Севастополе прошли похороны замкомандующего Черноморским флотом ВМФ России капитана первого ранга Андрея Палия, одного из самых высокопоставленных российских военных, погибших на Украине. По одной из версий, Палий был убит под Мариуполем снайпером, по другой скончался от осколочного ранения. Точное число погибших на Украине российских военных неизвестно. В первый и единственный раз Министерство обороны РФ отчиталось о потерях 2 марта. На тот момент, по данным ведомства, погибли 498 солдат. С тех пор новых сообщений о потерях от российского ведомства не поступало. Не приводит никаких цифр Минобороны Украины. Вместо этого стороны говорят о значительных потерях друг друга. В Киеве утверждают, что в ходе боев убиты более 15 тысяч российских военных. В Москве говорят о тысячах погибших с украинской стороны.